действующее законодательство уголовное и практика Верховного суда не позволяют очень часто осуществлять преступление и гражданское правонарушение. Хотя, в принципе, это совершенно разные вещи, принципиально разные вещи. Гражданское правонарушение – это нарушение каких-то гражданских, там, корпоративных, договорных обязанностей. И если кто-то, так сказать, причинил кому-то ущерб в результате такого гражданского правонарушения, то потерпевший может в гражданском порядке, в гражданском суде потребовать, так сказать, возмещения убытка, так сказать, восстановления нарушенного права. Все. Уголовное преступление – это преступление общественно опасное действие, которое расследует и наказывает государство по собственной инициативе. И цель в данном случае не восстановление нарушенного права, а наказание виновного. Совершенно другая цель. Поэтому и процедуры совершенно разные. Есть такое слово «преступление мошенничества», 159-я статья, которая сформулирована очень общо. Сформулирована она еще в советские времена, эта статья. И вот такая общая формулировка позволяет в качестве мошенничества рассматривать практически любое нарушение гражданских правовых отношений. Не исполнен договор гражданско-правовой, там, не заплатили за поставку там, мазута. Возбуждается уголовное дело. Почему? Ну, потому что у кредитора есть такие возможности. Он может, так сказать, надавить. Он, значит, соответственно, арестовывается. Другая сторона, предприниматель, оказывается давление, через какое-то время вопрос улаживается совершенно не в рамках гражданского процесса, не в соответствии с гражданским правом. То есть человек, находящийся за решеткой или под угрозой попадания за решетку, готов на что угодно. Когда закон, судебная практика намеренно смешивают гражданское правонарушение и преступление, оказывается, главным игроком на этом поле оказываются правоохранительные органы. Потому что дает возможность вмешиваться в хозяйственный оборот, принимать решения. А они, не следователи, не суд, не могут, уголовный суд, не могут, не в состоянии, не имеют права рассматривать гражданско-правовые проблемы. И не умеют. Поэтому единственная цель в данном случае заключается в оказывании давления на одну из сторон. И в прекращении конфликта в пользу, в интересах какой-то из сторон. Причем все это не имеет никакого отношения к гражданскому праву, к гражданско-правовым правоотношениям. Оказывается, что любой предприниматель, знаете ли, кто... Богу не грешен, царю не виноват. Любой ходит под угрозу этого уголовного преследования. Главным игроком на экономическом поле оказываются правоохранительные органы. Экономическая деятельность оказывается безумно рискованной, но не в экономическом смысле, а в юридическом. И на самом деле полностью разрушается хозяйственный оборот. Экономика катится, бог знает куда. Не говоря уже о моральных издержках, когда, собственно говоря, каждый человек понимает, что он заложник вот этих правоохранительных органов. Вот вчера мне сказали, что неожиданно, что создана все-таки комиссия такая ученых-юристов для такой разработки каких-то дополнений в Уголовный кодекс. Чем это кончится, неизвестно. Ведь гибельность в этой ситуации в общем понятна всем. Понятно, что когда экономическая жизнь регулируется, главным регулятором являются правоохранительные органы, ни к чему хорошему это не приводит. Ведь когда власть в своих интересах вот что-то делает, типа дела ЮКОСа, она одного не понимает, что это все транслироваться будет, тиражироваться в тысячах и миллионах раз. Если верховная власть себе позволяет такую вещь, то себе это позволяет губернатор, себе это позволяет мэр, себе это позволяет участковый уполномоченный. Нельзя нарушать закон один раз. Если он нарушил государь-император, то он нарушит всех.